Приветствую вас на канале «Сокровища Черногории». Сегодня 12 ноября. Мы находимся в городе Петровац, или также еще известен как Петровац-на-Мору. Петровац-на-Море. И я здесь хотел бы огласить новые меры, которые сегодня огласило правительство Черногории, которое вступает в силу с 15 ноября и действует до 1 декабря 2021 года. Итак, основное — это запрет на экскурсии в стране, запрет на новогодние праздники, точнее на празднование на открытом воздухе новогодних празднеств, на большие празднования дней рождения, личных праздников, то есть собирание большого количества народу, запрет, ну точнее не прямой запрет, а указание на то, что желательно, чтобы в одной квартире, в одном доме находились только члены семьи, запрет на работу ночных клубов, работа общественного питания, объектов общественного питания, таких как рестораны и кафе, до полуночи. Но не это даже самое интересное. Самое интересное то, что уже готовят опять к тому, что, возможно, с 1 декабря опять введут QR-коды. Я напоминаю, их еще пытались осенью ввести, я имею в виду в конце сентября, начале октября. Но довольно быстро это все было отменено. Сейчас нас опять готовят к тому, что, возможно, с 1 декабря для посещений непродовольственных больших магазинов, для посещения общественного транспорта, то есть для проезда в общественном транспорте, и, что самое интересное из такого нового, посещения всех государственных учреждений будет требоваться QR-код. Ну, раз предупредили, то, скорее всего, будут вводить. Чтобы было понятно, у нас сейчас 5800 приблизительно официально больных, ну то есть положительные тесты ПЦР. Напомню, что в сентябре у нас было около 11 тысяч. По официальной статистике у нас тут 250 тысяч полностью вакцинированных, переболевших, выздоровевших около 150 тысяч. Для тех, кто не знает, население всей Черногории 600 тысяч. Ну вот. Но нас уже опять морально готовят к закручиванию гаек. Поэтому для тех, кто планирует прилететь в Черногорию или уже вот прилетает, я знаю, в эти дни, ну что я могу сказать, что хорошо, есть шанс до конца ноября еще более-менее свободно отдохнуть. Без ПЦР-тестов, без локдаунов. Ну, единственное, что рестораны работают до полуночи, но я думаю, большинству это вполне достаточно. И то, что не работают дискотеки, ночные клубы, многих, немногих это пугает. По погоде. Погода у нас довольно теплая, сейчас около 20 градусов. Только что тут вот люди купались. Я хотел искупаться, но тут немного планы изменились, нету времени на купание. Довольно тихо, спокойно, пасмурная погода. Вот эта самая солнечная, хорошая погода у нас тут здесь была 7 ноября, когда я снимал видео. Сейчас немного все более в таком виде осеннем, но при этом довольно тепло. Завтра тоже еще обещают хорошую погоду, потом вроде дожди. Ну тут, почему я говорю вроде дожди, потому что вполне может быть, что все это сдвинется. Тут в течение недели смотришь на выходные прогноз погоды, они то дождь, то солнце, то дождь, то солнце, меняется каждый день. Поэтому как оно будет на следующей неделе, мы посмотрим. Народ пока еще нет особых запретов, наслаждается хорошей погодой, сидит в кафанах, возле моря, на набережной. Кто-то пьет кафу, кто-то чай, ракию, вино. Вот такие наши новости, такая наша погода. Так вот выглядит набережная Петровца в ноябре 2021 года. То есть проходят родители с детьми, проходят люди. Иногда слышно немецкая, английская речь. Туристы есть, но очень, конечно, мало. Вот, и исходя из всего этого, могу сказать, что если кто в ноябре летит в Черногорию, то милости просим. Про декабрь будут новости известны ближе уже к декабрю, насколько это будет оправдано лететь сюда на какой-либо отдых, в том числе на новогодние праздники, праздники, которые вот вроде уже запрещают праздновать. На этом у меня сегодня все. Будьте здоровы, берегите себя и до встречи
видео на каналах «Сокровища Черногории» и в Черногории. Всего доброго!